«Путешествие во времени» на Радио 7. Год 1971. В июле 1971 года состоялась свадьба двух шведских музыкантов. Бьорн Ульвиус женился на своей возлюбленной Агнете Фельдског. Через 3 года после этого они стали всемирно известными участниками квартета «Абба», который в шутку называют символом шведской семьи. 5 апреля 1971 группа Rolling Stones основали собственную студию звукозаписи, которую назвали Rolling Stones Studio. Первым альбомом, который был записан в ее стенах, стала одна из самых популярных пластинок группы Sticky Fingers. Тогда же Rolling Stones придумали свой знаменитый логотип в виде высунутого языка. В 1971 году итальянский композитор Эннио Морриконе сочинил красивую мелодию, которую назвал «Кимай». Впервые эта композиция прозвучала в фильме «Магдалена», которую посмотрел французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он влюбился в эту музыку и лично попросил композитора разрешить использовать ее в своем новом фильме. Это был...